Впервые в Калмыкии проходят курсы по визуальной коммуникации и рекламе. Обучение для всех участников бесплатное, его проводят ведущие специалисты России и зарубежья. Дизайнеры, работники рекламных агентств, а также все желающие изучают основы графического дизайна, креатива в рекламе. Также слушатели курсов знакомятся с основными понятиями, принципами и инструментами дизайн-проектирования. За счет графического дизайна, шрифтовой, типографики, можно очень многое сделать. Именно благодаря грамотной работе дизайнера можно улучшить очень многие пространства, в том числе указатели дорожные, улицы, рекламные щиты, это понятное дело. Из всего этого строится наш фон графический, визуальный. И от того, насколько будут наши ребята грамотны в этом направлении, насколько они будут впитывать информацию извне, именно по всему миру, будет зависеть уровень нашего визуального пространства в городе, в Листе и в Калмыкии.